Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Магазин проведу видеообзор вращающейся блесны от компании MEPS модель Aglia Tiger. Данная приманка выпускается в 6 размерах, от нулевки до номер 5. На обзоре у меня блесна 1. Производитель заявляет, что вес приманки составляет 3,5 грамма. Ну, давайте проверим, так ли это на самом деле. Так, весы обнулились. Ну и смотрим, какая фактическая масса приманки. Она составляет 3,59 грамма. То есть производитель не лукавит, когда указывает цифру 3,5 грамма. Вертушка имеет классический лепесток по типу Aglia. Длина лепестка составляет 22 мм, а ширина лепестка 12,5 мм. Лепесток соединяется с проволочной осью с помощью дужки. Собрана приманка на упругой нержавеющей проволоке. Как можно видеть, передняя петля сделана качественно, никаких заусенцев нет. Кроме лепестка дужки имеется небольшая вот такая вот небольшой такой вот отбойник, конус и бусинка. Огружена приманка небольшим сердечником, который имеет вот такие вот небольшие цилиндрические впадины. Ну и оснащена приманка качественным крючком тройным. Лепесток у приманки отличается по цвету от лицевой стороны. Ну и как можно видеть, приманка сделана во Франции. Лепесток у блесны имеет вот такую вот трехцветную основу. То есть имеется в расцветке зеленый цвет, желтый и оранжевый. Приманка отлично ловит разнообразную хищную рыбу, то есть это и окунь, и белый хищник, ну и так далее. В основном лучше ее использовать для ловли в водоемах без течения, так как угол отклонения, угол вращения у приманки составляет 60 градусов, и, соответственно, более крупные блесны, например, там в размере 4-5 будут сильно нагружать спиннинг. Но, опять же, если спиннинг достаточно мощный, то можно использовать эти вертушки и на водоемах с течением, то есть на реках. Приманка достаточно недорогая, уловистая, поэтому советую обратить ваше внимание на нее. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!